Поэтому, когда Кришна убивает демонов, как описано здесь, Господь Вишну, находящийся в нем, убивает демонов. Сам он демонов не убивает. То есть он наслаждается взаимоотношениями со своими преданными. Да. То есть сам он демонов не убивает, убивает Вишну, находящийся в нем. Но несмотря на это, несмотря на то, что это так, все равно даже в этом случае только Кришна убивает демонов отличается от того, как убивают демонов другие аватары. И Кришна нисходит один раз в день Господа Брама, как описывается здесь, спрашивает в этой книге. Один раз. И поэтому его приход, он вечно. И веды, ведические писания, это также вечные священные писания. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare 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 Hare
Yeah.